Приготовим самый простой ягодный пирог. Для этого нам понадобится мука, разрыхлитель теста, кукурузный крахмал, разные ягоды замороженные, сливочное масло, яйца и сахар. Для начала отделим желтки от белков. Понадобится 4 желтка и 1 яйцо. Засыпем ягоды сахаром и поставим на огонь до закипания. Соединим разрыхлитель теста с мукой, добавим туда сахар и кубики сливочного масла. Хорошо пробьем блендером до состояния крошки. Постепенно вводим яйца и дальше пробиваем. Формируем руками шар, делим его на две части, убираем их в пакет и один убираем в холодильник, а другой в морозилку. Наша ягода закипела, аккуратно вводим в нее кукурузный крахмал и перемешиваем. Ставим провариться на огонь на 5-7 минут. Переливаем ягоды в широкую емкость, чтобы они как можно быстрее остыли, и ставим в самое холодное место. Достаем одну часть теста из холодильника. Кладем ее между двумя листами пергаментной бумаги, раскатываем скалкой. Кладем на нашу форму разъемную, выравниваем. Обрезаем ножом тесто вместе с бумагой по бортику. Выливаем ягоды на подготовленную форму. Из морозилки достаем вторую часть теста и натираем ее на терке тонким слоем. Распределяем аккуратно руками. Ставим запекаться на 170 градусов 30-40 минут. Наш ягодный пирог готов! Всем приятного аппетита!